Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Joywire. С вами снова Джон Нелл, или Кэндис Мертвец Брио, заключенный Маро Обарало. Я в первый раз прочитал его никнейм, черт возьми. Неплохой растеневод, но меня больше всего интересует его умственный труд. И я жду не дождусь, когда его сопротивление упадет еще чуть-чуть вниз. Пока что не особо. Мне нравится, что Брио занимается стонкаттингом. Это круто. У нас достаточно много еды, что тоже очень клево. У нас есть немножко древесины. Там и сям валяется, что тоже крутенько. И в прошлой серии я хотел сделать здесь покрытие в комнате. Так, где мрамор? Какой я здесь хочу пол сделать? Хочу простую мраморную плитку. Я знаю, что у тебя ужасная спальня. Ужасная, действительно. Я прям как в воду глядел. Но... Да, у меня нет оправдания. Она просто ужасная. У нас нет времени заниматься твоей спальней. Так, давайте сделаем то, что я хотел в прошлой части. Мне жаль, что я здесь построил такой клевый пол. Мы уменьшим немножко область. Здесь будет идти теперь пол. Покрытие, точнее. Уменьшим эту область. Я хочу переставить план побега. К сожалению. Не заинтересован. Максимально не заинтересован. Переставить... А это свет тоже? Нет, это в соседнюю комнату. Переставить светильник сюда. Поставим здесь. Здесь будет такая ситуация. И... Там, по-моему, мы делали грубый такой пол. Да? Вот так. Мы увеличим эту комнату и снесем здесь стену. О, мы можем сэкономить. Какой я бережливый, да? И даже не придется строить новые куски стен. И можно будет разобрать вентиляцию, потому что нам никуда она не нужна, да? Нужна, обманул. Нам нужно объединить эти комнаты. Так, Кэндис, работай. Полетели. Так, кто там чилит? Нелл. Пора вставать и помогать. Ах, мои рабочие вы пчелки. Нелл. Светильник. И светильник мы теперь можем переставить обратно. Сюда. Он здесь всю комнату не освещает. Здесь он поэффективнее будет. Нелл, переставь сюда. Это можно разобрать. И перенеси сюда теперь. Ветряк. Сразу сделаем все, пока... Нет времени на чил. Ни секунды чила. А, это Элия. Я гоняю Элию все это время. Извини, роднулька. Я думал, что я гоняю Нелл. Что-то как-то зацепился и пошло-поехало. Кэндис, отвали. У тебя плохо получается. Нелл пойдет разговаривать, а ты развлекайся. Ноль пять. Ужасная спальня. Очень плохая комната. Поэтому мы здесь построим стол. Мы здесь построим стул. И тоже сделаем покрытие. И, наверное, туалет надо отделить. Блин, а здесь этот... Вентиляция. Так, окей, я понял. Никакой паники. Мы ставим радиатор сюда. Нелл, работать над радиатором.
как это все неловко, но и здесь будет открытая дверь. Типа туп залет. Кендис, а можешь заняться сперва... Да. Сперва комнаты заключенного. Брио, почему ты занимаешься чем угодно, но не готовишь? Потому что у нас более чем достаточно еды. Я думаю, что мы повысим количество еды. И ты займешься делом. Так, давайте посмотрим, что там за план побега, кстати. Узники и поселок хакеров разрабатывают план побега. Если вы согласитесь помочь, они присоединятся к вам после освобождения. К сожалению, те, кто их пленил, уже знают о вашем прибытии, поэтому нет. Нам... У нас более чем достаточно неприятностей. Поэтому да. Мне так нравится вот этот вот разгруженный... Разгруженный склад. Это прям офигенно. Окей. А, это будет открытый. И теперь это отдельная комната, да? Туалет и... Можно сделать, чтобы он был для заключенных? Нуп. Кендис, а можно тебя попросить открыть дверь сюда? Это все еще отдельные комнаты? Почему? Ладно. Есть другая идея. И она, кстати, скорее всего, сработает. Здесь в гигиене есть такая штука, как дверь кабинки. Все равно придется разбирать. Нелл, разбери, как закончишь. И мы здесь сделаем дверь кабинки. И тогда эта штука не должна разбивать на две... Да, это будет одно помещение. Так потеряется смысл, тогда это не будет же отдельно туалет. И? Сойдет. Так, окей. Нелл, добудь сталь. И вот эту. Кендис, пол это хорошо. Но нужно подумать и о других вещах. Например, о стали. Не. О стали. Как можно не думать об этом? Это самое важное. А как... Кендис вообще... Она немножко же умеет, да, стрелять? Может этот мушкет изменить на лук? А я раздал все луки, да? Сиди с мушкетом. Подожди. Ты умеешь строить еще? Слушай, я достаточно полезного поселенца еще приобрел себе. Мы тебе тоже построим здесь свой стол. Стул. Комод у тебя будет. И прикроватный столик. Просто красота. Дерево созрело. Брио, ты умеешь. Я не против, если ты займешься этим деревом. Мертвец, ты можешь помочь. Да, вы вместе управитесь просто в кратчайшие сроки. Как у вас дела, девчата? Все. И у нас закончилась еще одна здесь залежа стали, к сожалению. Где-то рядышком еще. Вот есть рядышком. Здесь есть рядышком. Все нормально. У нас вот здесь внутри нашей больнички есть еще залежа стали. Что у нас по дереву? Ну, совсем другой вопрос. Совсем другой вопрос. У кого риск легкого нервного срыва? Блин, Нелл кушать хочет, а я ее заставляю там столы всякие делать в темноте.
неловко как-то. Я чувствую себя каким-то очень плохим человеком. Нелл, иди, иди отдыхай. Кендис, все уставшие, да? Мертвец может заняться. Окей, у тебя есть теперь свой стол. Красота. Слушай, мы прям... Ты посмотри, как это все прелестно становится. Немножечко кучновато, но прикольно, прикольно же, нет? Мы тебя развернем сюда. Дверь переставим сюда и развернем еще один столик в эту сторону. И они смогут посередине гонять, и можно будет как-то более эффективно расставить шкафы с инструментами. Окей. Это тоже твой стульчик. Супер, супер. Нам нужно будет задуматься о пересадке. Подожди, а ты биоконсерватор, да? Нет, ты биоконсерватор. А значит, мы тебе можем в какой-то момент пересадить левую ногу. А вот шрам... Минус 4% к скорости, кстати, всего. Шрам на торсе — это только будущие всякие технологии в духе пересадки кожи. Крепкая кожа, по-моему, да, эта фигня называется? Сейчас посмотрим. Простетикс. Продвинутый бионик. Мне кажется, когда экзоскелет устанавливаешь, он торс меняет. И шрамы пропадают после этого. Конечность. Кистевой коготь. А вот, бронирующая железа. Укрепление кожи, да. Да-да-да. Железа каменной кожи. Вот эти вот штуки всякие. У Брио теперь нормальная спальня. Посредственная, ну, сойдет. Неплохая, неплохая, хорошая. Она станет чуть получше, когда здесь достроят кусочек. Это, что там, комод? Комод они делают. Давайте зафигачим сюда еще одну дорожку. Я заметил, поселенцы дорожки используют. Когда есть возможность, они в перспективе... Они в приоритете гоняют по дорожкам в первую очередь. Мы можем этот костер переставить внутрь. Там, конечно, будет жарковато, но... Обогреватель работает, смотри, 19. На улице 15, здесь 22, 19. Это при том, что всего один установлен. Клёво. Еп, у нас есть бак для горячей воды. И у нас горяченький душ. И, блин, мы прям какое-то цивилизованное общество. Я в шоке вообще. Такое бывает? Вообще законно? О, девчонки начали мини-турели здесь строить. Ух. Ух, ух, это интересно. Это интересно. Я боюсь немного добывать вот эту вот ситуацию. Потому что здесь нависающая крыша. Здесь тоже, но это как бы на улице, и как бы... У меня есть некоторые теоретические идеи. Мы можем части стены из нашей базы перетащить сюда, закинуть внутрь коктейля Молотова и закрыть этот кусок. Другое дело, если мы начнем поджигать здесь, мы потеряем намного больше. Но ситуация условно та же самая. Наверное, здесь не самая плохая идея разламывать. Наверное, мы даже это сейчас сделаем. Нелл пока занята. Так, ты делаешь кабель. Окей, у нас есть турелка. Почему ты не работаешь? Оло. Все работает! У нас здесь теперь две турели. Третья почти готова. Нам нужны еще компоненты. Здесь мы выкопали.
По-моему, есть какая-то штука выделить схожие на карте. 8, всего 8 кусочков компонентов осталось на карте. Ух, вот здесь есть, это очень близко. Это все? Вот эти три? Здесь кусочек. Здесь кусочек. Ух, это заставляет меня немножко грустить. Надо будет, кстати, перенести вот эту штуку. Кендис, а что с ловушками? А, там же кто-то погибал. Чистая правда. Как закончишь, иди добудь здесь вот эти детали. Квест истек. Ну ладно. Хочу прикольный квест какой-нибудь. Без механоидов желательно. Нет, нет, здесь есть еще. Я верил. Никогда не переставал верить, ни на секунду. Офигенно. У нас есть еще чуть-чуть компонентов. Нел. Я вас снял, да, с домашней области? Нел. Далековато. Может поближе где-то было? Точно не было. Нел может пойти стали добыть здесь. Засеивает корень. Окей. Это просто офигенно. Это просто бомбезно на самом деле. Жаль, что так мало, но мы прям вот-вот доберемся до высоких технологий. И мы сможем торговать. Мы сможем торговать, к сожалению, у нас не так хорошо. Но мы сможем с нацией исхода торговать, иногда, надеюсь. А Содружество Верлиум, они клевые. Они ценят цивилизованное общение. Сфера их интересов — торговля, доверие, выживание. И они достаточно продвинутые-то ребята. Мне кажется, мы сможем найти с ними общий язык. Давай, Нел, еще один кусочек, можешь почилить, а мертвец пойдет. Ну, смотри, они общение еще друг от друга прокачивают, это клево. Так, отбой. Нел, у тебя нет шансов. Все? Ну и молодцы. Че... Чего они не поделили опять? Так, мертвец грубо порочит бабушку Нел. Это выводит Нел из себя, она лезет в драку. Они обменялись тумаками по ноге. По ноге Нел получила, по ноге. Умиротворение женщины. Это очень хорошо. Плюс 22, это прям серьезный буст по настроению. Это я прям доволен. Я думаю, нам этой стали хватит на некоторое время. Я предполагаю, что этой стали нам хватит, чтобы сделать высокотехнологичный столик. Потому что это наш следующий приоритет, да. Так сказал. Давай, мертвец, еще два кусочка. Пятый уровень, кстати, может быть, бахнет. Давай, я в тебя верю. Может быть, еще один кусочек назначить собрать, чтобы точно апнуть пятый. Да, я думаю, ты можешь еще один кусочек собрать. Как раз, смотри, пятый. Уп! Смотри, скорость просто в гору пошла. Ха, поняли? Горное дело, да? Скорость в гору пошла, да? Поняли, а чё? Ха! Ха! Так, а где еще сталь валяется? А, на базе, конечно. Конечно, безусловно.
Как у вас тут уговоры идут, ну-ка? Кендис, нужны блоки. Почему у нас больше нет блоков? Перенесите вот эти все блоки. Да. Кто сейчас свободен, потаскайте, пожалуйста. Другой вопрос. Нел, пришло время порешать опасную ситуацию. У нас здесь дикий медведь. Я хочу посмотреть, сработает ли оглушение. Не понадобилось. Да, если сделать охотиться, то она после добивания сразу утаскивает трупы на базу. Клёво. Я просто хочу добыть чуть-чуть мяса, чтобы сделать вкусные блюда. Это немножко им поднимет еще настроение, и, возможно, у нас будет даже какой-нибудь творческий подъем или... Ну, как это называется-то? Воодушевление. У них сейчас клевое настроение. Нел, только ты можешь нам помочь приготовить вкусные блюда. Там нужен уровень выше 6. У тебя 8.5. Можем поднять побольше. Я бы даже сделал приоритет на вкусные блюда, но постоянно надо следить, чтобы они охотились. У меня, к сожалению, нет мода с менеджментом в этом прохождении, поэтому приходится самому решать, когда охотиться, когда не охотиться. Нел, готовь. Это хорошая вещь, потому что сейчас ты сможешь вкусно покушать и съесть на хорошее блюдо. Плюс 5, деточка. Плюс, черт возьми, 5. Так, теперь другой вопрос. Грубая мраморная плитка. В идеале в лабораториях, конечно же, делать нормальное покрытие, стерильное, потому что стерильное покрытие увеличивает там скорость и улучшает оценки в школе и поняли, о чем я. Но мы хорошо делать не будем, поэтому... Прошу прощения. Мы расширим эту область сюда. Цветочки не нужны. Так, что мы еще хорошего можем сделать? Камни пусть таскают. Пусть таскают сейчас. Если будет опять напасть агрессивных животных, у нас хоть будет чем заняться. Тесать камни. Можем убить этих муфалик пару штук. Кстати, наверное, даже не самое плохое. Нел, ты что делаешь? Ты идешь пострелять пару муфлок. Возможно, они даже не сагрятся толпой. Откуда здесь столько мертвых коз? А, это альпаки. Кто вас убил? Токсины. Они из тех самых пор лежат? Токсины когда были? В какой-нибудь 15-й части. Я думаю, этого нам хватит. Нел. Охотится. А потом охотится. Я надеюсь, она успеет. Чтобы просто вот этот микроменеджмент еще не делать. А она не успела. Поэтому просто перенеси. Окей, у нас есть еще немножко мясо. Мясо. Мерзвец, можешь... перенести стол. Спасибо. И... работать над креслом. Во. Супер. Как закончишь, работай над этим. Блин, неплохо, кстати, получится. Мне кажется, очень интересная комната выйдет. Стол высокотехнологичный, он же на одну ячейку шире, да? Он 4 на 2, по-моему. То есть мы здесь 2 можем рядом друг с другом поставить. Или напротив. Или он 5. 5 на 2.
Я не помню. Осталось немножко до конца исследования. 500 очков. Скоро увидим. Мертвец, мне нужно будет тебя, наверное, попросить. Он делает блоки. Она. Я постоянно забываю. Мертвец, живой человек, он. В данном случае тян очка. Делает блоки и сразу тратит их на пол в этой комнате. Мы его отключим пока, чтобы первым делом сделать в тюремной комнате. У тебя как дела? Ты безумно голоден. Почему тебя никто не кормит? Это какое-то неуважение вообще-то к захваченным преступникам. Вкусное блюдо ему тащишь? Ты что, в своем уме вообще? Это же зек. А Нел, как проснется, поговорит с тобой. Двадцать восемь и два. Шанс вербовки, кстати, растет. От того, что он сейчас покушал вкусно. Неудобная одежда. Он же этот... нудист. Нудист, мы его можем раздеть. Он от этого еще поднимет настроение и еще легче будет... Так, раздеть. Перенести. Это еще мудбонус даст. Без одежды. Но это убрало дебаф. Ужасная тюремная камера. Это поправится, когда у нас будет здесь пол. Я надеюсь, Кендис сейчас сделает. И она станет чуть поприятнее, как минимум. Поставим здесь комод. Поставим здесь столик. И в любой момент мы просто переделываем это в спальню. А туалет делаем частным только для мужчин. И он единственный сможет его посещать. Потому что все остальные поселенцы пока что женщины были. Если он все-таки захочет к нам присоединиться. О, Брио, 6-й уровень кулинарии. Может готовить вкусные блюда теперь. Сик. Это прям отлично. Слушай, все прям встает на свои места. Мне нравится, что у нас ситуация с тремя турельками здесь. Больше у нас никто не сопрет, блин, геотермальный генератор, блин, заразы. Я помню. Я бы еще поставил две здесь турельки. Но мы пока халдим, потому что у меня есть чувство, что высокотехнологичный стол штук 10 компонентов стоит, а у нас 5 штук. Мы, может, даже на один не наскребем. Нел? Сри? Так, нам нужна опять древесина. Мы чё, мы её просто с такой скоростью тратим? Офигеть. Здесь миллион. У нас миллиарды древесины будет. Вся древесина будет у нас. Так, просто... Когда будет время, идите и собирайте всю древесину, умоляю. Нам нужно миллиард древесины. Так, мертвец. Извиняюсь, я про тебя забыл. Пора чилить. Прям, I'm sorry, я честно тебе говорю, мне очень жаль. Я не спецом забыл про тебя. Всякого рода дебафы, да? Сова днем, творческая натура, легкое недовольство, в грязи, еда на земле. Ух, прости. Прости. Но они должны получать баф в настроении от того, что душ приняли, да? Чистота до скрипа, да. Аж слышно, как чисто. Ух. Неплохая спальня. Хорошая. Неплохая, хорошая. Окей. Окей, мы перейдем к творчеству в какой-то момент, и мы сможем мертвеца посадить на 100% заниматься творчеством. Будем издеваться над ним, чтобы он впадал в припадки, а потом будем делать произведение искусства. Потому что непонятый творец так работает. Но не сейчас. Сейчас нам нужен полезный поселенец, который умеет в умственный труд, может в горное дело и не спит по ночам. Просто супер эффективен в ночное время. И у нас здесь хорошая мастерская будет. А здесь хорошая лаборатория.
Все поменяется. Но пока так, да. Я просто хочу как-то это все немножко расставить, чтобы оно попросторнее было. Ну просто так, ну, как-то посимпатичнее это все выглядит. Разве не хочется делать, чтобы оно не только эффективно, но еще и глазу приятно было? Мне кажется, это прикольно. Вот типа так, чтобы они могли с дорожки кидаться. О, у меня отличная идея. Чтобы они могли кидаться с дорожки, стоя рядом с цветами, и поднимали себе еще настроение этим. Ту-ту-ту-ту, ту-ру-ру-рум, ту-ру-ру-рум. Вообще, очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Нелл? О, Нелл идет строить. Тебе не хватило? Добудь еще чуть-чуть. Ту-ру-ру-рум. О, растениеводство 10. Это тоже неплохо. И сразу иди строй. Супер. И кто-то там в свободное время из растениеводов пойдет и срубит деревья, которые я поставил в очередь. Все. Ну как теперь? Посредственное? Почему? Очень грязно. Не осуждаю. Уберись, пожалуйста. Хорошая. Ну и все. Чё, ребята и девчата? Я могу сказать вам, что это была очень даже продуктивная серия. Как минимум, очень продуктивная. Большое спасибо за то, что присоединились к моему прохождению, к моему выживанию в мире RimWorld. Это было действительно офигенно. Огромное спасибо спонсорам этого видео, это такие же ребята, как и вы, которые немножко сильнее поддерживают этот канал. Их ники вы видите перед собой. Я их очень уважаю, люблю и благодарен изо всех сил. И надеюсь, вы тоже благодарны, потому что благодаря им видосы выходят чуть-чуть чаще, чем я мог бы и хотел бы. Они меня заставляют. За что им большое спасибо. Ребята, с вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Увидимся в следующих сериях RimWorld. Или не забудьте посмотреть новую серию Феникс Пойнта. Это тоже офигенная игрушка, которая мне очень и очень понравилась. Я надеюсь, мы там еще немножко потянем. С вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Увидимся совсем скоро, ребята. Всего хорошего. Пока.